В Западно-Казахстанском университете имени Махамбета Утемисова прошел турнир по тогузкумалак, посвященный памяти выдающегося тюрколога, почетного работника образования, доктора филологических наук, профессора Отарали Буркитова. 6 команд, представляющих разные факультеты, соревновались в этой национальной игре. Отарали Буркитов – известный ученый, посвятивший всю свою сознательную жизнь науке. Его имя неразрывно связано с историей Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова. Будучи преподавателем и занимая руководящую должность, он изучал историю, теорию, стилистику казахского языка, тюркологию, современный язык казахских художественных произведений. Также писал о развитии национальных видов спорта. Он постоянно говорил о развитии национальной игры тогузкумалак и о необходимости выходить на новый уровень. Накануне юбилея мы решили провести этот турнир, чтобы напомнить, каким был Отарали Буркитов и как он старался сделать все, чтобы популяризировать национальный спорт. Цель этого мероприятия – прославить имя ученого, пропагандировать его дела и богатое наследие, чтобы подрастающее поколение знало больше о его деятельности. Также, чтобы приобщить молодежь к спорту и таким играм, как тогузкумалак. Я играю в тогузкумалак с 7 класса, меня научила подруга. Потом я практически перестала играть, но решила принять участие в этом турнире. Игра не была слишком сложной, я выиграла почти без подготовки, хотя мой соперник тоже хорошо играет. По итогам игры студенты физико-математического факультета заняли 1 место. Факультету культуры и искусств досталось 2 место. И замкнули тройку лидеров, учащиеся факультета естественных наук и географии. Олег Великий, Саид Самигулла, Акжай Акпарат.